Друзья, у нас морозище сегодня, жуть. Посмотрите, хочу вам показать свой спатифилум. Он опять расцвел. Одна стрелочка распустилась, вот вторая красоточка. И вот еще третья вылазит, видите? Так что я вам говорила правду. Он у меня цветет практически круглый год. Старые срезаю, новые начинают зацветать. Вот такая красота. Еще хочу, знаете, что вам показать? Кротон мой пустил какие-то листики. Здесь опали старые, и он пустил. Вон, видите, какие-то зелененькие штучки вылазят. Не пойму, что это или новые листики, или это будет новая растюшечка. Прикиньте, если это будут детки, как здорово. Вот так. Так что вот такие вот у нас дела. Хочу вам сегодня показать бомбический салат. Буду делать просто бомбический. Наверное, вы так салаты не готовите. Вот, поэтому я решила вам показать. А еще у меня запекается картошечка. Сейчас вам покажу. Вот она пока что еще под фольгой. Потом я фольгу уберу. Она запеклась сверху. Твёрденькая, пускай запекается еще под фольгой. У меня будет бомбический обед. Картошечка и салатик. Так, сейчас я вас пристрою как-нибудь. И будем делать наш бомбический салат. Так, друзья. Обычно я беру обычную капусту, но у меня сегодня не было, поэтому взяла пекинскую. Все так примерно в одних пропорциях. Капусточку немножко подсолим и перетрем солью, чтобы она была помягче. Так, все достаточно. Немножко пустила сок. Этого достаточно. Так, забыла, как обычно, достать масло и уксус яблочный. Можно любой другой уксус. У меня сегодня яблочный. И масло с запахом семечек. Так, теперь делаем такую процедуру. Берем лучок. Это у нас свекла. Все продукты в сыром виде. Все сырое. Вы знаете, что в сырой свекле сахара меньше, чем в вареной. Поэтому сырая свекла намного полезнее. Так, сейчас свеклу вместе с лучком польем уксусом. Ну, каждый делает на свой вкус. Так, замешаем немножко, замешаем. Так, все, и добавляем сюда капусточки, салатничек. Так, ну опять. Ложка стучит по тарелке. Ну, не знаю, по-другому у меня не получается. Так, сейчас берем морковочку. Морковочку. Морковочке добавляем чесночок. Чесночок лучше всего с морковкой контактирует. Так, посуду сразу убираем, чтобы ничего нам не мешало. Так, тоже немножко подсолим. И добавляем к нашему салатику. Так. И вот это самый главный наш ингредиент. Это тыква. Мы ее сейчас тоже немножко присолим. И тоже добавляем сюда. Все добавляем в салатник. Так, сейчас я возьму две вилочки. Так, еще добавлю одну ложечку уксуса яблочного. Он слабенький. Так, здесь у меня смесь перца с кориандром. Черного перца с кориандром. Поперчим.
Так, все мы посолили, поперчили. Так, сейчас будем перемешивать. Так, перемешиваем. Все вместе перемешиваем. Вот такая сейчас у нас получится краснота, красота и полезность. Все, все продукты со своего огорода, кроме пекинской капусты. Но обычно я этот салат ложу обычную капусту, но у меня она уже закончилась. В этом году что у меня ее мало выросла. Часть закислила. Растила детей кислой капусткой. И часть осталась у себя. Ну и ела свежую. Вот она уже и закончилась. Поэтому надо сажать побольше капусты. Но каждый год разная погода, поэтому в свежем виде ее очень тяжело сохранить. Погреб у меня теплый, потому что он находится под домом. Так, все, сейчас добавляем маслица. Буквально 2 столовые ложки. Ну, на глаз. Так. Опять все перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Бывает, я еще в этот салат добавляю яблочко. Что-то мне сегодня яблоко не захотелось. Не знаю почему. Но не захотелось. Сегодня яблоко. Вот, смотрите, какая получается красота. Красота и вкуснота. Сейчас попробуем, хватает ли у нас соли. Хватает ли всего у нас? Девочки, мальчики, салат. Бомба. Вот это у меня остались кусочки. Когда пойдем за Зарой на прогулку, я ей нарежу на кубики. Она тоже обожает кушать овощи в свежем виде. Так что это осталось Зарке. А еще, девочки, я тру вот на такой терке. У меня есть такая терка здесь сбоку. Не в каждой терке она есть. Типа моркови по-корейски, но очень тоненькие получаются штучки. Поэтому он такой все сочное. Такое все вкусное. Вот такой обалденный салат мы с вами сегодня приготовили. Сейчас покажу вам поближе. Сейчас запечется наша картошечка. Погода у нас солнечная, морозная. Вот смотрите, какой красивый салатик. И очень вкусный. Попробуйте, не пожалеете. Если у кого нет своей тыквы, то тыкву сейчас купить не проблема. Всем пока. Кто будет обедать вместе со мной, приятного аппетита. Хорошего настроения, крепкого здоровья. И до свидания.